Побежал к месту происшествия и спас ребенка. Сегодня машинисту асфальтоукладчика Дмитрию Леонову за проявленный героизм во время пожара губернатор Ненецкого округа вручил почетную грамоту. Чрезвычайное происшествие произошло 6 августа в 11 часов утра. Поступок настоящего мужчины смогла оценить и наша съемочная группа. Получается, да, она стала таким спасительным фактором. Да, ты увидел с нее. Из-за высоты ее, да. Потому что отсюда не увидишь ничего. Вот мы стоим, сейчас ничего не видно. А с нее, потому что мы общались там с человеком, который меня обучал ею. Вот и появилась, просто увидел я это. Случайно повернул? Да, вообще случайно. Просто случайно. Я не знаю, как, кто мне голову повернул. Просто увидел. И почему я именно на тот дом посмотрел, тоже непонятно. И все, и побежал. Когда Дмитрий Леонов увидел с асфальтовой фрезы, что из окна дома по улице Первомайской валит дым, сразу побежал к месту ЧП. Сквозь задымленный подъезд он проник в горящую квартиру, в которой услышал детский плач. Там находилась 9-летняя девочка. Вижу, человек просто испуган. Испугалась девочка. Все, нужно было что-то делать. Надо было ее просто срочно оттуда убирать. Она стоит, я боялся, что она прыгнет за котом туда, в эту квартиру. Потому что она говорила, что спасите меня. Видимо, привязана очень сильно была. И все. Такого не было там сумбура. Это очень быстро-быстро. Потому что я знал, что еще 3 квартиры. Мало ли кто-то там, дедушки, там, бабушки. Просто посмотрел, а дым он прям вот на глазах. Он просто превращался в какую-то кучу. Пламя быстро распространилось по всей квартире. К моменту приезда пожарных огонь охватил всю площадь, а дым струился на лестничной площадке. Огнеборцы быстро ликвидировали пожар, после чего провели разбор его тушения. За проявленный героизм машинисту-асфальтоукладчику губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский вручил почетную грамоту и памятный подарок. Игорь, я вас хочу поблагодарить и, собственно говоря, для нас, для всех присутствующих, ну, честно говоря, большая честь, что у нас живы такие. Я скажу откровенно, мы узнали об этом из средств массовой информации, что говорит о вашей скромности. Да? Вы не кричали о том, что вы сделали. Но на самом деле тот поступок, который вы совершили, действительно достоин самого большого уважения. Мы решили вас наградить таким памятным подарком, вот, такими, знаете, нашими часами, не автономной с ручкой. Ну и, конечно, почетный грамот. Спасибо вам большое. На самом деле, вот, большая честь, что мы с вами можем сегодня поговорить. Героем себя Дмитрий Леонов не считает. Говорит, что любой на его месте поступил точно так же. Ой, да как Господь, какой герой, Люб, я тебя умоляю. Просто раздули тут с меня, с какого-то героя. Ничего не героя. Я просто посмотрел, что все в порядке. Девчонка там с соседями. Все любите друг друга, будьте добрыми. Никогда не проходите мимо то, что случается. Может быть, из-за вашей там, скорости чья-то жизнь может и спасена. Любовь Пермяков, Владислав Носкин, телеканал «Север».